коктейли питательные серии Wellness, это очень хорошая такая альтернатива. Особенно мне кажется, что вот для людей, которые не готовят первое, второе, третье компот, а я готовлю первое, второе, третье компот, ну хотя даже те, кто готовит, они тоже устают. Будем честны, особенно под конец года. Вот эта накопленная усталость за весь год, она все равно сказывается так или иначе. Поэтому очень советую вам добавлять wellness для того, чтобы, а, разгрузить себя, б, помочь себе. И у меня, кстати, очень, ну, такой уже неплохой результат по питательному коктейлю. Я взялась за себя и решила, что, значит, надо лишние эти килограммчики, так сказать, скинуть. Не весной судорожно, да, как вот все начинают к летнему сезону готовиться, а заранее. Я очень люблю пожрать, извините за это слово, поэтому для меня, конечно, лучше все намного заранее, потому что я не могу сидеть на голодной какой-то диете. Я вообще не могу сидеть ни на какой диете, будем честны. Мне надо есть, я люблю вкусно есть, я не могу есть постную гречку для того, чтобы, значит, влезть в старые джинсы. Ну, то есть мне хочется влезть в старые джинсы, но есть постную гречку я просто не могу. Поэтому я ем как обычно, но вечерочком, ну и с утра еще, конечно, вместо завтрака пью питательный коктейль. На растительном молоке, на коровьем молоке, на растительном, хотя мне нравится больше, на миндальном, либо на фундучном. И добавляю иногда туда банан для сладости. Очень мне вкусно и уже вижу результат. Ну, то есть пока минус 4 с копейками. Я понимаю, что для кого-то это не очень большой результат. Вот я смотрю на некоторых девчонок, да, кто отзывы по питательному коктейлю пишет. У кого-то там 10, у кого-то 20, у кого-то 30 килограмм, у кого-то 40 килограмм. Для меня это, конечно, ну, очень большая такая цифра. Но с другой стороны, давайте будем честны. Эти там лишние 5, 10, 30, 20, 40 килограмм, это же не то, что налипло вот случайно. Ну, типа ты раз такая просыпаешься и плюс 30 килограмм. Ну, конечно, нет. Это такой накопительный эффект от того, что было нажрто до этого. Давайте так, ни в коем случае никого не хочу обидеть. Вот про себя, да, мои вот лишние там 5-7 килограмм, это про то, что я вот целенаправленно, можно сказать, наедала. Поэтому как наел целенаправленно, так и буду сейчас сбрасывать целенаправленно, но потихонечку, потому что, да, и прилипало же не сразу, поэтому и отлипать должно потихонечку. Не люблю вот эти всякие голодные штуки, голодные игры, это вообще не для меня. Поэтому коктейль в этом смысле очень хорошее спасение.